Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарно Даям Гопияно Самаюктам Бинда Банам Манухар Ванча калпатару вашки пасинду бевач, патитананг пабуне бабешна бибью наму нама, муканкароти вачаланг пангунланг хетигрим, жатки патаманг банди парамананда мадамам, биндавой тулсиде бой пиявой кесвасвач, шна бхакти паде деви саттваттвей наму Нараяна намаскритта норунча ива нараттама Девин сварасватин вясам тато яйо мудире Шанкетане Кришна катхопадеш Гаурия патрашча пракасанеча Садануракта гуру бхакти йогта Бхакти прамадакша жагадварана Дхейям садабари бхавагнам авиштадохам Тетхаспадам сива виранчанутам сараньям Бхитаттихам панатопал бхавадипотам Банде махапурушате чарна равиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Биспуржитакимапикапавадушу адарш Пурнануррагарасасагарасарамути Сарадхикамай кадамкипам карош Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддхайта Гададхар Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддхайта Гададхар Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ламбита бхужо канука бодату. Шанкетанай кавитару камала ятакшо Вишам бару дия бару жугадхарма пало Банде ягат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам, Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам, Бхаван Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гоури Нирантара Вигушита Бама Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Баранаси Курапати Бхаджави Шанатам Баги саджасшо бадане, лакшмир яшача бхакшаси, ясьястихиде самбихид, твам нишингамахам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам Рам, Хари Хари.
на жанма ну нам махато на совагам, на банг на буддхир на крити то шхето, то ирят бисистанно пи на бану касаха, чакар сакше баталакшанагрежа, на жанма ну нам махато на совагам, на банг на буддхир на крити то шхето, то ирят бисистанно пи на бану касаха. Чакара шакше баталакшанарвиж. Ападам апахартарам датарам сарвасампадам рама вирамам бхуйо бхуйо намамьям. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: какова цель Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, Вишва Прачарини Сабхи? Какова цель Дам Прачарини Сабхи и кто может быть достойным участником этого великого собрания? В этом главный вопрос. Шрила Прабхупад говорит, что под именем Дамаваса, проживание в Святой Даме, если кто-то занимается лицемерием и удовлетворением своих органов чувств под именем Дамаваса, и вот если люди под именем Дамаваса занимаются удовлетворением органов чувств, нельзя сказать, что это Дамасева. И вот чтобы удовлетворить свои органы чувств, наслаждаться камой, вожделением, и те, кто ложно заявляет, что они живут в даме, то такие не хотим иметь дело с такими людьми. И цель дам прачарини сабхи полностью другая. Она в том, чтобы вдохновить тех духовных душ, кто получает вдохновение внутри себя. И те, кто пытаются видеть, они смотрят свое сердце, они погружены внутрь себя и не привлекаются никакими материальными, внешними материальными вещами для... И вот те, кто полностью погружены в себя, и чтобы вдохновить их, дать им понять, что такое Дама, что такое Гуру Хари, что такое Санкиртана Ягья, и в этом цель. И это в этом удача человеческой жизни, чтобы посвятить себя Харинам Санкиртана Ягья. И это великий успех человеческой жизни в том, чтобы посвятить себя Вани Севе Санкиртана Ягья все время. Шрила Прабхупад говорит, если кто-то превратно, а кто-то злоупотребляет это Вишва Вайшнава Раджа Сабхой, называет себя лидером, а занимается всякой ерундой, то такие люди, несомненно, будут наказаны. На самом деле, если нет решимости внутри нашего сердца, если нет такой решимости, чтобы оставить асатсангу, то тогда нет никакой гарантии, что мы сможем обрести бхакти. Если нет такой решимости внутри нашего сердца оставить асатсангу, и в этом случае нет никакой гарантии, что мы сможем обрести бхакти. Бхакти – это не что-то дешевое. Шрила Прабхупад дает такой совет, что все время мы должны защищать огонь Санкиртана Ягья внутри нашего сердца. Санкиртан Ягья, мы должны защитить его и сохранить этот огонь Санкиртаны внутри нашего сердца. Если мы не сможем сделать так, то различные эти неприятности,
и желание находить недостатки в чистых преданных, зависть, лицемерие и ненависть и прочие дурные качества, они могут появиться и осквернить наше сердце. И это принесет одни проблемы. И в результате Бхава Махадавагни, я имею в виду огонь материальных этих материального мира, он в итоге так вспыхнет в нашем сердце, мы не сможем получить умиротворение в нашей жизни. И вот мы должны всегда пытаться защитить санкиртана, огонь санкиртана яги, который мы получили от нашей Гуру Варги Шаутапанхи. Мы должны всегда пытаться защитить этот огонь санкиртана, иначе все наши усилия баджана станут полностью бесполезными. Мы не должны выступать против Шаутапанхи. Шрила Прабхупад говорит, что Шаутапанха — это все и вся. Шаутапанха может дать нам великий успех в нашей жизни, но мы неудачливы, а те великие саду, которые утвердились на пути Шаутапанхи, и мы, к сожалению, выступаем против них, пытаемся остановить их харикатху, и кто-то выступает против таких чистых саду, и в этом нет ничего хорошего. Это люди делают из-за своей великой неудачи. И поэтому перед тем, как оставить свое тело, Шрила Прабхупад, он сказал, Парамананди Прабху. И вот Парамананда спрашивал Прабхупад, что вы смотрите? Я дал вам просад, ешьте, Шрила Прабхупад говорит, я смотрю и думаю, я смотрю на сад и смотрю на вашу благую удачу, она вся сгорела. И вот Шрила Прабхупад говорит, ваша удача столь плоха, что вы сожгли всю вашу удачу, она сгорела. И если нет Харибаджана, если мы потеряем нашу связь с Гуру и Вайшнавами, и в тот момент, когда мы потеряем нашу связь с Гуру и Вайшнавами, с Бхагаваном Нитьянандой, и в тот момент, когда мы потеряем нашу связь с нашей Шаутапанхой, с нашей Гурваргой, то будьте уверены, мы отклонимся от пути Баджана. И не столь важно, какое положение мы занимаем, и с любого можно пасть практически. В Кали-югу я говорил, что шудры, они... Шудра вот это, шокам короти, то есть те, кто постоянно жалеют, жалуются, недовольны ничем. Это главные признаки шудры. И такие люди, неважно, в одежде саньяси, брамачари или ачарьи, они ходят, они по сути шудры. И Бхагаватам вот, говорится в этой шлоке, что внешне они могут носить одежду отреченных, но это просто имитация. Пытаются с помощью этой одежды собирать деньги, как-то обезопасить себя, но по-настоящему обезопасить они себя не могут. Без Харибаджана никто не может жить по-настоящему такой безопасной жизнью. И те, кто адхармагья, те, кто не набожны, те, кто не следует дхарме, а следует противоположному, такие люди забираются на вьясасану и говорят лекции другим людям. И кто только говорит лекции, но сам не следует своим
тому, что, о чем говорит, то есть просто говорит без должного примера. И вот те, кто просто дают наставления, не следуя им. И вот такие люди в Кали-югу, к сожалению, сидят на положении гуру и говорят о каких-то высоких вещах, а сами себя ничего не представляют и не следуют этому. Что такое дхарма? Дхарма – плохое, хорошее. Что такое ньяя, ньяя, правильное, неправильное? Многие люди, они вообще в Кали-югу только смотрят на деньги, которые есть у людей, а дхарма не задумывается об этом. И вот такие люди могут о чистых гуру вайшнавах какие-то замечания делать. И также есть люди, носят священный браманский шнур, кичатся этим, что я там браман из-за того, что шнур носят. И также женитьба, люди женятся, не принимая важных сведений на пути выбора супруга. Просто кто-то могут какую-то симпатию внешнюю проявлять и, в общем, вскоре разводятся из-за того, что не могут жить вместе. И вот такое состояние Кали-юги, я вынужден сказать, перед тем, как начать Катху Рама Татву, я вначале хочу сказать, что если бы не было Рама Лилы, только Кришна Лила, пытайтесь понять, о чем я хочу сказать. Если бы не было бы Рама Лилы, только Кришна Лила, то проблема в этом. И почему Рам Лила – это очень важная лила, что без Рам Лилы мы не можем ничего сделать. Рам Лила научит всех обычных людей, она дает им идеальный пример. И вот они слушают Рам Лилу и всю Сиданту, и вот они видят жизнь Рамачандры, его мораль, пунктуальность, его гуру-бхакти, и все. Обычные люди не могут ничего понять. И вот Шрила Прабхупад говорит, даже сейчас эти южноиндийские люди, они заняты Рам-сита-севой или Лакшми-нарайна-севой заняты. Они не понимают, кто такой Кришна-чандра и каково великолепие Кришна-чандра. Они не могут понять. Они могут пытаться, но их ум не может достичь столь высокого. Они думают, что Рамачандра, по крайней мере, очень этичен, морален. Рамсита – это пример морали, а Рам Кришна – непонятно что. И вот ну, в общем, люди не понимают, кто такой Кришна. И Шрила Прабхупад с великим сожалением даже говорит, что даже сегодня южноиндийские люди, у них нет представления о великолепии Кришны. Махапрабху Шри Кришна Чайтанья, он случайно был в Южной Индии, и Венкатбата, он случайно получил возможность общаться с Парат-Паракхилешам Гауранга Махапрабху. Тот принял форму Радабавы, но она не полностью была проявлена, но все же он получил такую возможность и изменил свое настроение. Но смотрите, все индивидуальная сварупа джива, она определена, она... То есть он был, смотрите, он не был Лакшми Нарайна Бхакты, поскольку благодаря... А поскольку если бы он был Лакшми Нарайна Бхакты, то
из-за Махапрабху не мог изменить свою бхаву, как Мухари Гупта, например, он был преданным Рамачандре, то, несмотря на то, что общался с Шри Кришна Чайтаньей, все равно он остался преданным Раме. То есть это, из этого можно сделать вывод, что сварупа, она неизменна. И вот Лакшми, эти тети. И вот благодаря общению с Махапрабху, кто-то там смог изменить свое настроение, как Прабхутананда Сарасвати Пад, Гопал Бхатта Госвами, Винкат Бхатта Тримала Бхатта, они смогли изменить. Но так или иначе, есть в Южной Индии, там они были вдохновлены Ситарам Бхаджаном или Лакшми Нараяна Бхаджаном, или а большинство из них до сих пор Майвади, я имею в виду Шанкар Сампрадай и прочие влиятельные эти люди. И вот пока люди не обретут возможность, не смогут понять Гурангу Махапрабху, до тех пор это невозможно для них понять его, его лилы. И так или иначе, где, когда какой-то знающий человек, Таттвагьяни Пуруш, в каком-то обществе, и вот когда этот Таттвагьяни Пуруш, он не получает там, где Таттвагьяни Пуруш, он не получает должного почтения, и там, где женщины также не уважаются. И там, где нет разницы, люди не видят разницы между дхармой и адхармой, то есть то место нужно оставить. Если вы не оставите это место, то вскоре вы потеряете весь силу вашего бхаджана и будете только деградировать. И вот что шлока я говорил на хинди, на харикатхе на хинди, я могу более подробно говорить, когда буду говорить об Упадишамрите, поскольку наставление обычно данное, что благоприятное мы должны принять, а неблагоприятное отвергнуть. А если мы не сможем сделать этого, то мы не сможем совершать бхаджан. Что-то мы должны принять благоприятные вещи и отвергнуть неблагоприятные. Вот мы должны принять благоприятное и отвергнуть неблагоприятное. И вот это из пятой песни, 19 глава. И вот если у нас много возможностей нашего бхаджана, но нет возможности слушать харикатху, если есть какие-то материальные удобства, но нету духовного, если нет возможности слушать харикатху, то с лотосных уст чистого преданного, то тогда нет толку находиться в таком месте, поскольку все другие эти удобства там, они только в ад нас приведут. Мы должны быть уверены, что это харикатха, вайкунтха катха. То есть мы не должны под именем материальных, под именем вайкунтха катхи слушать какие-то материальные разговоры. Мы должны
спрашивать себя снова и снова, что мы слушаем, если мы чувствуем, что наше сердце меняется, чувствуем огромное вдохновение, то это говорит о том, что это подлинная Харикатха, если чувствуем одни сомнения, то это, соответственно, нет. Шрила Прабхупад говорил, что все люди могут пойти против меня, но это не значит, что я не должен говорить об абсолютной истине. Это не бхакти. Шрила Прабхупад говорит, что если буду говорить об абсолютной истине, то люди могут выступать против меня. А если это кто-то боится, то такие люди не достойны говорить Харикатху. The place where you cannot find a pure devotee. И то место, где мы не можем найти чистых преданных, которые приняли прибежище у Господа на 100%, поскольку все качества вайшнавов, все 26 качеств вайшнавов, Кришнайка Шарон, полная преданность Кришне. Это главнейшее качество. Если все другие качества есть, а Кришна и Кашарон, Шаранагати нету, то все эти другие качества, они могут сравниться с чем-то материальным, а не трансцендентным. И вот то место, где мы не сможем общаться с чистыми преданными, их даршан, мы не должны находиться в таких местах. И также в Бхагаватам написано, там, где нет санкиртана, яги. Обычно яги пища говорится, но мы, гауди, можем иметь в виду санкиртана яги. И харинам санкиртан яги – это наивысшая яги. Она может дать нам возможность дьяны, медитации, яги и арчаны и всего. Все преимущества мы можем получить там. Шрила Прабхупад говорит, вот, все возможности, все эти возможности с помощью харинам, санкиртана, яги мы можем обрести. И вот Гур Нитьянанда Прабху, это Питару, это отцы санкиртаны буквально. И вот если это какие-то даже небесные планеты, которые контролируются Индрой, то все же я не хочу быть там. Я, если вот эти, имеется в виду такие места, где вроде много удобств, но нет возможности слушать Харикатху от подлинных гуру вайшнавов, от тех и от тех преданных, которые полностью посвятили себя им, и тех местах, где не проходится яги махотсавов, то есть таких праздников Харикатхи мы не должны отправляться в такие места. И вот есть шестисложная шаранагати, вы уже знаете об этом, я буду детально говорить об этом, если времени будет достаточно. Вот Донья Атма Ниведон, вы уже знаете, вы привыкли слушать Харикатху. Донья Атма Ниведон, Донья Смирения, Тринадапи, это основа. Если кто-то говорит, что Шрила Кешава Госвами Махарадж очень жесток и говорит очень жестко, то это неправильно, это оскорбление будет с вашей стороны и причина вашего падения. И вот таким образом, кто Тринадапи, а кто нет, не каждый может определить. Кто может определить? Судить чистых гуру вайшнавов, кто может судить им, их какая-то обусловленная душа, которая организует какие-то непонятные общества и делает замечания другим. И кто это может сделать? Только
И вот дайня атма невидан, донья смирения, атма невидан, самопредание, гоптритваран, вера в то, что Кришна защитит нас. И что благоприятно, и неблагоприятно. И Кришна, несомненно, сможет защитить нас. Даже если весь мир будет против нас, то он ничто не смогут сделать, поскольку те саду, те, кто находится в полном, находится в полном соответствии с абсолютной истиной, то кто-то может говорить какую-то ересь против них, но в итоге эти люди не достигнут ничего хорошего, эти завистники. И вот, Кришна может защитить их. И вот если мы зависим только от своих денег, от счета в банке, еще чего-то, то это просто карма. Шрила Прабхупада говорит, это карма. Это не наша цель собирать много денег. It is not our target to collect huge amount of money unnecessarily. И вот это не наша цель собирать деньги без всякой нужды. В этом случае мы можем насобирать вот денег, и из-за влияния этих денег можем как-то пренебрежительно относиться к Гуру Вайшнавам. И вот таким образом Бхакти Анукул относительно того, где мы должны жить, точнее, то есть где мы должны жить и какие места следует нам оставить, мы должны помнить об этом. Если есть только Кришна Лила и нет Рама Лилы, то тогда тысячи обычных, множество обычных людей, они не смогут понять Кришна-лилу должным образом. И вот Рама-лила, и вот этот этический характер, это мораль, это обязательность следования своим обетам. В Кришна-лиле такого не найти. В Кришна-лиле Кришна, мы, обычные люди, не можем поклоняться Кришне, совершать Кришна-баджан. Можем пытаться, конечно, но Кришна-баджан совершать должным образом сложно, поскольку для Кришны-баджана нам нужно кам-бидж-кам-мантра. С помощью только кама-биджи и кама-мантры, кама-гайтри. Только с помощью кама-гайтри и кама-биджа это возможно поклоняться Кришне, любить Кришну, служить Кришне, иначе нет. И вот Шрила Прабхупада говорит, кто-то поклоняется внутри храма, там божество Рада Кришны, Рада Гопинатхи, Гора Хари, все есть. Если Пуджари выходит и спросить, этого Пуджари, кому ты там поклонялись? Кришне ли? Да, Пуджари ответит, что Кришне поклонялся, но Шрила Прабхупада говорит, что нет. Пуджари вроде внутри храма был, чтобы поклоняться Кришне, но из-за Ашварья Гьяны, то есть из-за того, что у него есть такое благоговение перед Кришной, то его бхакти стала Лакшми Нарайна Бхакти, и поэтому то, что такие люди могут Кришна Бхакти совершать, это маловероятно. И вот Кришна, пока мы чувствуем такое благоговение Айшварья Бхаву перед Кришной, до тех пор мы не можем вступить на путь Кришна Баджана. Когда все ваши материальные, все материальное ушло, когда ваша душа, сердце, оно осознает вот эту шлоку,
что я слуга слуги слуги гопи. И тогда почувствуем расататву полностью, различные расататвы. И вот те, кто с Камагайтри, Камабидж повторяют, они могут поклоняться Нанда-Нандане Кришне, Враджендра-Нандану Кришне. И вот смотрите о качествах, которые я описываю долгое время. Несколько месяцев назад я говорил об этом. И вот только те, кто зависит от Кама Гайтри, Кама Биджи, каждое слово, каждый слог Кама Гайтри, он показывает нам очарование Кришны, очарование прекрасных качеств Кришны. Иначе наш баджан может максимум стать Лакшми Нараяна Баджаном. Будьте осторожны. Я никогда не хотел обманывать вас, поэтому кто-то гневается на меня из-за того, что я не хотел их обманывать. И вот Кама Гайтри, Кама Мантра. Если был бы только этот Кришна Баджан, то люди не могли бы совершать Рама Баджан и понять Рама Лилу. И поэтому вот не все могут способны осознать великолепие Рама Кришна Лилы, и поэтому для многих проще изучать Рама Лилу. Рама Чандра, он является идеальным моральным примером смирения и всего остального. Все это в Рамачандре. И вот сейчас я буду попытаться рассказать что-то о Рама Лиле, но перед этим я хочу начать с одной шлуки, которую произнес Хануман. Это очень важная шлука. И вот перед тем, как начать Харикатху, я говорил тут шлуку, которую произнес Хануман. И какое значение Хануман из своего смирения о Ханумане говорится Гьянинам Бариштам. И вот те, кто гьянинам бариштам, те, кто очень знающий татва гьяни, он это очень высокого класса, такие как Хануманджи, но внешне он показывает, что просто он простое животное, обезьяна Хануман. И вот как я могу обрести милость Рамачандры? И после этого он отвечает: несомненно, если кто-то будет гордиться, что родился в высокой семье и получит милость Рамачандры, то это не так. Этот Хануман, он опровергает все это, поскольку не столь важно, где мы родились. Хануман обезьяны вообще родился. И насколько кто-то красив, тоже не это. Не столь важно. И кто-то, если образован, тоже это не столь важно. Смотрите, этот Хануман, он вообще обезьяны был, и ничего такого не было у него. И также кто-то может красиво говорить, но без бхакти
если кто-то... Но если он говорит без бхакти, это не харикатха. Kunti Devi also speaking this way, Kunti Devi, Kunti Devi, that I have educational qualification, I have taken birth in a high family, I am very good looking, I am Pandit, you know, very good looking, very Pandit. It, all those issues, all those points are very, very... И вот все эти вещи, они очень несущественны. То есть происхождение, образование и остальное. И вот Хануманджи говорит, если это было бы важным на основе чего Рамачандра, он даровал свою милость, то я бы этой милости точно никогда не получил. Поскольку я просто животное, очень плохо выгляжу, нет образования, квалификации и прочего, не родился даже в какой-то высокой семье, и как это возможно для Рамачандры? Лакшан Аграджа, старший брат Лакшмана. Как это возможно, то, что старший брат Лакшмана, он пролил на меня свою милость? И вот этот Лакшман, он не говорил Рама. Здесь такое там указание Лакшмана, он Джагадгуру, и в то же самое время Бхагавататва и Шукадев Госвами, я имею в виду Вьясадев и Шукадев Госвами, они хотели как-то указать, что вот они сказали такие слова. Иначе имя Рамачандры могли непосредственно указать. Хануманджи, он произнес имя Рамачандры через связи с Лакшманом. И вот он хотел показать, что без гуру никто не может достичь Рамы. И вначале всего мы должны принять прибежище у гуру, у Лакшмана, и потом вопрос обретения лотосных стоп Рамы возникает. И вот я пример приведу. Бали Махарадж, смотрите, очень могущественен. Бали и Сугриф, они два брата, они женаты, но Сугриф не столь это могущественный. Вот Бали его бил каждый день, и тот такой плачевной ситуации оказывался. И вот он был успешен в том, что подружился с Хануманом и с Рамой. И так или иначе Сугриф Джи Махарадж, он всегда от этого Бали наказание получал, и однажды тот сказал Рамачандре: «О, Прабху, ты уже пообещал мне, что ты можешь послать меня, но Бали, смотри, он бьет меня все время без всякой нужды, он даже жену мою похитил, а вы ничего не говорите». И Рама сказал: «О, смотри, нет никакого пути прийти ко мне прямо, и лучше иди к Лакшману. Сначала прими прибежище у него, и Лакшман позволит тебе прийти ко мне, и я дам тебе полную защиту, иначе нет». И такова система. И вот эта шлока, с помощью этой шлоки Хануманджи Махарадж, он дал указание, то, что дал такой намек, то, что с помощью благодаря милости Лакшми возможно получить милость Шри Рамачандра. И все же Хануман, он действует как ачарья. У него есть вечная сварупа в этом Вайотхепуре. Хануманджи, он, несомненно, у него есть эта вечная сварупа, но все же
как Удавджи. Удавджи, он, у него вечная сварупа в Кришна лили, и в то же самое время Удавджи Махарадж, он там совершает баджан в Бадарик Ашраме и в Удавкунде. Во Вриндаване, на Гавардхане. И таким образом, в соответствии с наставлением Бхагавана, он совершает свой баджан. И вот Хануманджи Махарадж, он в Тин Пурушаварше, вся эта наша Индия, она разделена на несколько частей. Бхаратварша и все остальное. Джамбудвип, он разделен на несколько частей. И здесь говорится в Равират бхакти рупасте ким пуруша варше ким пуруше варше. И вот ким пуруша варше ким пуруше варше бхагавантам ади пурушам лакшанат браджам. I mean Рамачандра. И вот Рамачандра Сита. Рамам тат чарно санни карса виратаха парамо бхагавато Хануман. Хануманджи Махарадж. И Хануманджи Махарадж, он совершает баджан в Тин Пуруша Варше с Ариштасеном, вместе с Ариштасеном, Гандхарвами. Они воспевают и танцуют все время. И когда я начну Брихат Бхагаватамриту, там я буду обсуждать то, как прекрасно танцует Хануман. И Брихат Бхагаватамриту я в следующий раз я надеюсь начать, и вот будет анонс, это объявление. Ханумана воспевает эту слоку и повторяет. Повторяет вот эти слова. И таким образом они повторяют, и что это за шлока. Наму упо шикшитатману упасито локайо намаха садубадо никосанайо наму брахманно девайо махапурушайо махараджайо наму ити. What is the sloka? И что это за шлока? И здесь говорится, Хануманджи воспевает эту шлоку. Уттама слокая. Уттама слокая, мане. И вот тот, кто поклоняем Уттама слокая, прекрасной шлокой. И тамо удгато ясмат ити уттама. Тамо удгато дерзно тамо раджагун. И там, где нет тама раджагуны, чистая сатвагуна, те, кто саду, они поставляют to glorify Bhagavan Ramachandra. Bhagavan Ramachandra. So, Om Namo Bhagavate Uttama Slokayo Namo Arjo Lakshana Srila Bhutayo Namo Upo Shikshitatmanu Upasito Lokayo Namaha Sadhu Bhado Nika Nikasanayo Namo Brahmanna Devayo Mahapurushayo Maharajayo Namo Iti. И вот через эту шлоку Хануман хочет сказать, и вот через эту шлоку Хануман говорит то, с каким смирением, с какой гуанугати, с такой мягкостью и прекрасным поведением,
это невозможно. Если у вас нет возможности изучать Рамалилу, вы это не поймете. И вот, вот та шлока, которую я начал. Арджа значит те, кто лучшие среди Арджа, лучшие среди тех, кто следует ведам Шрештха, и среди них Рамачандра, он наилучший, он следует всем правилам и предписаниям вед, он очень смиренен, он исполняет идеальным образом свои обязанности. Если он обещает что-то, он исполняет непрекословно. И тот, кто дает нам урок, он, тот, кто своим собственным идеальным примером, этикетом, он показывает. В общем, он, общество, видя идеальный пример, они поклоняются ему с великой любовью. И вот таким образом, Брахмана Девая, те, кто защищает Брахманов и Вайшнавов, которые есть источник всего благого. И вот таким образом, эта шлока, Хануман говорит, он прославляет великолепную славу Рамачандры. И вот сейчас мы должны рассказать о другой теме. Я вернусь к Шримад Бхагаватам Махапуране, к 11 части, и там мы обретем И вот там рассказ о Нава-йогендрах. И вот Нава-йогендра говорит о Кали-Кал-Баджане, о различных югах, о признаках Бхагавана. И тем временем я буду говорить о о той шлоке, которая Deyam sada, we should meditate under the lotus feet of this loka. Эту шлоку я говорю каждый день, мы должны медитировать. Эта шлока, она предназначена для Рамы и Кришны, Бхагаван Шри Кришна и Рамачандра. Это шлока для их обоих. А те гаудии, они тоже могут обрести прекрасное значение, кто Кришна, а кто Кришна Читания. Когда у меня будет возможность говорить о Гора Лиле, Гора Таттве, то тогда с помощью этой шлоки, вот Вишванатха Чакраварти, он детально говорит об этом, эти гаудии могут доказать, что эта шлока произнесена Гуранге Махапрабху также. И вот те, кто поклоняются Рамачандре, особо они применяют эту шлоку ради своего блага для Рамачандра Баджана, и те, кто совершают Кришна Баджана, они тоже используют ее. И Вишванатха Чакраварти он показывает, что это применимо к Гурачандре. И я в какой-то из ней буду говорить. И вот Дьям Сада, мы должны медитировать. И он высочайший объект медитации и поклонения, тот, кто может изгнать все материальные проблемы в нашей жизни, на пути нашего духовного развития. И все различные эти проблемы могут прийти к нам, но он их устранит. И обычные люди,
Абишта, значит, это цель. Обычные люди стремятся к деньгам, уважению и прочим материальным вещам. Абишта, значит, мы пытаемся что-то... Абишта, значит, то есть мы пытаемся что-то материальное обрести, но Прабхупад говорит, абишта очень скверное это слово, мы не можем использовать. И вот наши материальные эти... И вот эти слова, они... Ну, означает что-то неблагоприятное, а вот Рамачандра, он из лотосных стоп Рамачандры исходят все места паломничества, и, как можно вспомнить, Видура, он был оскорблен Дурьотханы, и он отправился в различные места паломничества, и когда он пришел, он встретился с Панчапандавой. И он сказал, что ты подобен месту паломничества. И вот Гадабрита Бхагаван, Верховный Господь, он находится внутри вашего сердца, и куда бы вы ни... Пошли, и куда бы такой чистый преданный ни пошел, то из-за того, что Господь в его сердце, такое место, оно само становится местом паломничества. И в таком сердце Кришна Говинда они всегда могут отдохнуть. И таким образом, где бы ни были чистые, по-настоящему чистые преданные, то подлинные чистые преданные, то так, какое место становится местом паломничества. И вот тот преданный спросил, зачем ты идешь в какие-то святые места, если ты там сам свят. И вот дальше объясняется, что святые места не оскверняются под влиянием всяких людей, которые там ходят, а чистые преданные, они приходят и заряжают буквально эти святые места своей энергией. И вот Хануман, он пришел от Махадева, и Джамбуван, он от Брамы. И вот Брама Шанка, он, у кого они принимают прибежище. И я принимаю прибежище у той же великой личности. И различные ситуации преданных. Бхагаван, он помогает им всячески. И вот кто-то, если преданные чувствуют какую-то боль, то Господь, он помогает избавиться от этого. И те, кто принимают прибежище у Рамы, то Рамачандра обещает защитить его. И те, кто говорят, Рама, я твой, то в тот день, когда Дживатма говорит, о, Рама, я твой, то Рама с этого момента говорит, что я обещаю тебе, что я буду защищать тебя. Понимаете? Бхават Нипутам, значит,
пересечь этот материальный океан. Для этого нам нужна какая-то лодка. И чтобы пересечь этот материальный океан, нам нужно какое-то сплавсредство. И вот лотосные стопы Рамачандры, они сравниваются с таким кораблем, что мы можем сесть на него и пересечь этот материальный океан очень просто. Bhaktartiham. So this way, in general, I am going to discuss, not in details. And the next slok, and the next slok. И вот следующая шлока. And the next slok also applicable for Рамачандра. Она также применима к Рамачандре. Что это за шлока? Первая шлока я сказал. Dheyam, dheyam, sada paribhavagna avishtadoham. Tethas padam siva virinchunutam saranyam. Bhirtatiham pranotapal bhavadhigotam. Bande maha purusate charanarvindam. Stakta dustajya suretsikturajyalakshim. Dharmisht arja vachasa jadaka naranyam. Maya migam daitatsitam madhavadu. Bande maha purusate charanarvindam. И вот живя, точнее оставив все дурное, невозможно избежать такого этого, такого богатства. Смотрите, даже Индра Махарадж, Варуна, они все стремятся к этому богатству, но не получают его. И можно вспомнить также Бали Махарадж, он обрел Суталу. Ему дали Суталу более... Ну, в общем, более высокое место, даже там, где жил Индра. И таким образом, те, кто живут в этих в небесных, эти полубоги, живущие в небесных, это на небе, они тоже пытаются обрести это богатство, но не обретают это, Рамачандра, это богатство, но уже есть в Рамачандре, и поэтому нельзя сравнивать Рамачандру с Индрой. Вот здесь Шура Ипсита, значит, эти полубоги, они пытаются обрести такое богатство, Раджа Лакш, царское богатство, Дхармишта. Тот, кто очень набожен, следует всей Дхарме полностью, как Рамачандра, он следовал Кришна Бхагаван. Он, то есть он, ну как Кришна может сказать одно, сделать другое, а Рамачандра нет. И Кришна может пошутить с кем-то, может выгнать нас, но Рамачандра не может. Рамачандра, он дхармиштха, он очень набожен. И дхарма, адхарма. Рагхунат Дас Гасай говорит, я могу обсудить в один день. Не думайте о дхарме или о дхарме, если вы совершаете Кришна Бхаджан. Все, что делает Кришна, все это полно расы, все это очень хорошо. Нельзя искать какие-то недостатки в Кришне. Все, что Кришна делает, все это очень благоприятно. Но Рамачандра, он олицетворение справедливости. Даже собака, она может получить от Рамачандры правосудие. И вот о Бхагаване Шри Кришне мы не должны ожидать этого, поскольку это он в области Расататвы.
Кришна может выгнать нас, обмануть, оскорбить как-то нас. Кришна может сделать все, но все же мы любим и уважаем Кришну. Кто говорит? Это Билла Мангал Таку сказал, я в один из дней могу обсудить Кришна Баджан. Если вы совершаете Кришна Баджан, вы не должны жаловаться. Если кто-то против вас выступает или говорит, что Шьямбаба себя ведет плохо, или говорит, что наоборот очень хорошо, что люди бы не говорили, я не чувствую никаких проблем, поскольку я знаю, в этом материальном мире люди могут говорить всякую ересь, но я должен думать об абсолютной истине. Я думаю о том, чтобы Верховный Господь был доволен мною. Обычные люди, они могут посмотреть на Рамалилу и получить вдохновение Рамалилой и Дармишта. Это очень такое набожное, и этот Рамачандра, он дхарме следует полностью, и здесь говорится, что Рамачандра хочет исполнить все обеты Дашаратхи. Дашаратха пообещал Кавакею, что я дам тебе три благословения, но когда Кавакея он получил благо от Дашаратхи. Первое в том, что мой сын Бхарат будет царем Айодхи. Второе, то, что Рамачандра должен уйти в лес. И таким образом, вот такие вот он эти благословения выпросил. Но есть мистерия. На хинди я говорил об этом, что люди не могут понять, почему Гуранга оставил Вишнуприя. Невозможно. Кто-то говорит ересь про Гурангу, но у них нет никаких представлений об этом. Кто-то критикует Кайкею, почему Кайкею такие вопросы задавал глупые. Но нет, есть суть за этим. Есть комментарии, где можно найти, что Кайкея. Рамачандра, он родился на этих коленях Каушали, но Рамачандра, он больше и больше любви получил от Кайкеи. И как это возможно для Кайкеи вести себя так плохо? И в чем же правда? И вот суть в том, однажды Рамачандра, он сказал какой-то секрет Кайкее: «О, мать, любишь ли ты меня, можешь ли сделать для меня все, что попрошу? Да, я готов оставить даже свою жизнь ради тебя, нет. Мне жизнь твоя не нужна, я хочу попросить у тебя нечто, если ты пообещаешь мне». Да, что же ты, все, что хочешь, могу сделать для тебя. Нет, сначала пообещай, что сделаешь то, что я попрошу, хорошо сделаю. И вот три благословения хочу, чтобы ты... А, вот Дашаратха просил, что может сделать все, что ты хочешь, и вот пришло время... Попроси его, чтобы он отправил меня в ссылку. Что? Да. Попроси, чтобы он отправил меня в ссылку. И потом попроси, чтобы Бхарат стал царем Айодхи. Ты должен... Нет, я не могу попросить это. Как? Ты же пообещала. И ты не можешь нарушить своего обета. Во всем мире все существа будут ненавидеть тебя. И я знаю, это очень сложно, но если ты любишь меня, то должна потерпеть это. Все будут ненавидеть тебя за такие просьбы,
что какие отправил тебя в лес, но я знаю, насколько ты милостива. Если ты не попросишь этих благословений от Дашарадхи, то тогда та причина, по которой я пришел в этот материальный мир, я не смогу ее... Она не сможет замечаться успехом. И вот Кайкея вынуждена была попросить такие эти не благословения, но просьбы такие. И в итоге Рамачандра отправился в лес, там много проблем было, с Рамой Лакшман был, и Сита также говорила: «О, мой муж Рама, я не могу находиться без Рамы, я пойду вместе с ним». И вот они втроем, они все отправились в лес. И Шримад Бхагавата Махапуране также говорится, что люди могут думать, что они пошли в лес убивать ракшасов. Точнее, люди думают, что Рамачандра пришел в этот мир убивать ракшасов, но нет. То есть кто-то может заявлять так, что чтобы Рамачандра пришел убить демонов, ракшасов и прочую нечисть. Но нет, Рамачандра, он пришел с другой целью. И вот, если Бхагаван Рамачандра, он не явил бы, то кто бы такую лилу, кто бы чувствовал вдохновение? И вот Шукадев Госвами пишет, что и такая человеческая лила, совершенная Рамачандрой, она ради того, чтобы показать нам, какой идеальной жизнью мы должны жить, как вести себя, как мы должны быть набожны и все остальное. Рамачандра явился, чтобы дать нам урок, чтобы показать нам все это. Не только чтобы этих демонов и остальных убить, а есть еще более высокая причина. Рамата, Ча, Атманаха, Сита, Критани, Бесанай, Ишварасва. Like ordinary human beings. Как обычные люди, Рамачандра, он плакал: о Сите, о Сита, о Сита. Почему? Как обычный человек, он вел себя с болью в сердце, как обычный человек, но Шукадев Госвами говорит: Сита. Как это возможно, что Рамачандра, Верховный Господь, он мог плакать, как ребенок из-за Ситы? Это невозможно. Он Верховный Господь, а почему он являет такую лилу, как обычный человек? И как это возможно? И можно вспомнить, в те дни великие цари, они, переодевшись в обычную одежду, шли по своему царству посмотреть, что происходит там. И вот, переодевшись, они шли смотреть ситуацию в своей стране, чтобы понять, что же нужно людям, чтобы... They usually hearing from Mantri minister,
They usually hearing all information. И вот, конечно, они все узнавали от различных министров, но и сами ходили в обычной одежде проверить, что там происходит. И вот Рамачандра пошел на рынок, ну, в смысле, на свои владения, переодевшись в обычную одежду. И вот однажды Рамачандра проходил мимо одного дома, и тут этот домохозяин начал ругаться, что я тут не Рама, что Сита ушла в дом Раваны, была там какое-то время, и он принял ее, но ты пошла в какой-то дом, без его разрешения, видимо, а я назад тебя не приму, я ж этот, не Рамачандра, чтобы после того, как его жена оказалась в царстве Раваны, чтобы ее назад принять. И кто знает, что там было. И вот Рамачандра, он принял Ситу. Но я не приму тебя. И тогда Рамачандра подумал, хорошо, обычные люди неправильно поняли меня, я знаю, Сита, она полностью чиста. Сита не может быть осквернена, но все же. Обычные люди, они из-за своих этих таких неправильных представлений, все равно я должен сделать так, чтобы никто ничего плохого, не дай Бог, не подумал. И вот он пришел в свой дворец, сказал всем министрам, что мы должны организовать огненное жертвоприношение, где моя жена Сита, она войдет в огонь, если огонь не сожгет ее, то тогда я буду уверен, что она чиста. Но имеется в виду показать людям, что она чиста. Я знаю, что она целомудрена, но все же обычные люди говорят какую-то ересь, я должен предотвратить это. И вот это Агни Парикша. И вот ее первый раз в огонь подвергли огненному испытанию, второй, третий. Ну, в общем, Сите это надоело. И ее отправили в лес на ссылку, и там Вишвамитра Муни, она была отправлена Лакшманом Рамачандрой, и там с помощью Лакшман Махараджи, Лакшман пошел, и Сита, она была оставлена одна, и в Вишвамитра Ашраме. И вот там Лава и Куш, много было этих Но причина, по которой я говорю на эту тему, чтобы показать вам, как Рамачандра, он очень осторожен о исполнении своих царских обязанностей. Он как набожный царь, какие же обязанности Рамачандры он показывает нам. Он слушает все, что люди говорят, и в соответствии с этим делает все, чтобы его, не дай Бог, неправильно не поняли. Даже от жены отказался. И после этого 60 тысяч лет он правил своим царством впоследствии, но Бхартхи Махарадж, он правил также и вот значение этой шлоки, дармишта значит, он очень набожен, он полностью следует дарме, и арджа значит, он очень знаменит, он арджа, а арджа значит, те, кто следует ведам, очень важные, такие знаменитые люди, арджа, и Дашаратха, он пообещал дать благословение Кайки, и в соответствии с этим Рамачандра, чтобы исполнить желание своего отца, он ушел в лес. Джат Агат Араньям, значит, он ушел в лес, оставил
принял такой этот лесной образ жизни. И эта шлока применима к Рамачандре, поскольку И что же говорится здесь? Моя... И вот основа Рамаяны, когда Рамджи Махарадж был в ссылке, однажды Марич пришел в форме прекрасного оленя. И вот по вдохновению Раваны он пришел. И вот брат Раваны также был убит, но суть в том, что Рамачандра по желанию Ситадеви в Ситадеви в своем Баджан-Кутире сказал: «О Прабху, я хочу получить этого золотого оленя. Я хочу, чтобы он был нашим домашним животным, этот олень. Пожалуйста, поймай его». И вот по желанию Ситы Рамачандра, он вынужден ловить этого оленя был. Он Бхагаван, что ему больше делать нечего. И он понял сразу, что это майя. Но нет, он сделал это как обычный человек по желанию своей жены. И вот Рамачандра побежал за этим оленем, чтобы поймать его, и чтобы Ситадеви, она смогла этого оленя в качестве домашнего завести. И вот для Рамачандры это также применимо. И вот по желанию Ситы он знал, что это майя, но все же побежал за ним. И вот Рамачандра знает наверняка, что это майя, но что делать? Он любит Ситу. И также прекрасная лила есть, что если Рама не пошел бы, то как Раван бы пришел, чтобы поймать Ситу? Вот такая запутанность. И вот Рамачандра дал наставление Лакшману: «О, Лакшман, я иду, но ты не иди, иди сюда». И через какое-то время этот Марич, Ракшас, он придет в... И вот этот Марич, он издавал звуки Рамачандры. Эти асуры, у них есть такое свойство, могут звуки издавать любые, как Рамачандра, могут как Рамачандра форму принять или еще чью-либо форму. И вот этот Марич понял, что Рамачандра может убить меня, и Марич побежал. И чтобы запутать, и вот Лакшма начал запутал он их, и Лакшман сказал: это невозможно, что мой брат Рама мог бы попасть в какую-то опасность. Нет, вот проблеме, в опасности, беги быстро. Что, не слышишь, орёт он? Нет, не слышишь. Рама не мог попасть в... Узнал Рамачандра Татву и не мог быть одурачен. В общем, Сита сказал, в общем, не смогли его Лакшмана убедить. И сказал: ах, ты из-за меня ты не идешь. И Лакшман был ошарашен. Он никогда не смотрел на лицо Ситы, он всегда смотрел на ее стопы. И,
и Сита, она его так, и вот в общем, надавила Сита на него, вынужден был уйти, но тут, уходя, сказал, что вот смотри, тут очертил магический круг и сказал, что находись в этом круге и не смей никуда выходить. Я вот пошел по твоей просьбе брата искать, хотя знаю, что с ним все хорошо. И вот Раван, он пришел, этот Ракшас Раван, пришел, чтобы похитить Ситу. Да. В форме саньяси пришел, и Сита вышла, смотрит, о, саньяси, тут бикшу просит. И Сита Деви говорит, хорошо, подожди, я сейчас тебе дам бикшу, какие-то фрукты, рис. Но Раван говорит, не могу зайти, неуважительно, это ко мне оскорбительно вообще, я тут саньяси, а ты мне даже выйти не можешь, если хочешь бикшу дать, выйди из этого круга и дай, тогда я возьму, иначе сама я ухожу, ты там живешь как грехастха, а в общем, если уйду, то ничего хорошего не будет. И вот Раван уже собрался уходить, и Сита сказала, подожди, сейчас выйду. И Сита Деви вышла, и как только она вышла, Раван поймал ее и начал смеяться, как демон. И, в общем, посадил на свою колесницу и в Ланку укатил Аджатаю, друг Дашарадхи, он был там. Джатай, он сражался с Раваной, и вот устал очень, но тот был сильнее, и у Джатай этот крыло ему повредили, в общем, тот как-то все равно смог сообщить Рамачандре, что Ситу украли. Вот здесь Гауди Сиданта вопрос может возникнуть, как это возможно для Рамы, как это возможно для Раваны похитить Ситу, Сита на Сварупшакти, а Сварупшакти, кроме Бхагавана, никто не может похитить Сварупшакти. Сварупшакти – это личная собственность Верховного Господа, как Радхарани, никогда не может быть похищена кем-то, так и Кришна, Нанданандан Кришна. И Рамачандра, кроме Рамачандры, ну, также кроме Рамачандры никто не может прикоснуться к Сите. И вот, чтобы проявить славу Бхагаван Си Кришны и Бхагава и Рамачандры, я буду говорить об этом, если я не скажу об этом, кто-то может превратно понять Кришну, поэтому я говорю об этом. И вот внешне мы находим, что Сита Деви была похищена Раваной, но это не так. И в Чайтанья Чаритамриты мы нашли, когда Махапрабху отправился в Южную Индию, один браман совершал баджан Рамачандра, он хотел дать, и вот тот хотел, браман хотел дать какое-то подаяние Махапрабху, а наоборот, точнее, браман ничего не готовил. И вот Махапрабху спросил, ты пригласил меня, чего ж не готовишь, Лакшман? Рамачандра, он сейчас в ссылке, и сейчас рынок закрыт. Лакшман пошел собрать фрукты, цветы из леса, и когда вернется, то тогда Сита может что-то приготовить. И Махапрабху был очень счастлив слышать это. Махапрабху был счастлив видеть настроение этого брахмана. Он был счастлив видеть его такой рамбаджан. И через какое-то время Махапрабху отправился
отправился куда-то, и после этого один брахман, он говорит однажды, а Сита Деви, она похищена Раваной, и сейчас я от горя должен сжечься. Но Махапрабху сказал, не беспокойся, Сита Деви, это Сваруп Шакти Рамы. Как возможно для Раваны украсть Ситу? Это невозможно. В Рамайне это говорится, но суть кто знает. Когда Раван пришел похитить Ситу, Сита, она приняла прибежище у огня, и по милости огня. И вот по милости Агнидева, Агнидев, он сделал какой-то этот защиту, как электрический этот, ну, в общем, защиту какую-то. И как бы Сита, но это... В общем, копию Ситы сделал. Это не имитация, как я, голограмма. Вот. В общем, этот Равана схватил эту голограмму Ситы, а Сита осталась под покровительством огня. И вот на берегу одной реки брахманы, они читали Курма Пурану, Тамрапарни, это река. И вот брахманы, они каждый день читали различные Пураны и прочее. И вот Махапрабху слушал эту Пурану, и как только Равана хотел похитить Ситу, Сита отправила, а Сита она приняла прибежище у огня, и Агнидев, он дал такую ложную Ситу. Равана похитил ложную Ситу, а изначальная Сита осталась с Агнидевом, и вот такая-то лила. И вот можно вспомнить, что лила... Урваши вот Урваши ушла, и вот это, в общем, Гандарвы хотели обмануть Пуруравву, и они хотели эту, как, в общем, послали какую-то копию этого Урваши, и этот Пурурава обнаружил и начал сожалеть, что и сказал прекрасные слова. И также в трансцендентном мире то, что возможно, то, что невозможно, если мы будем спорить, то не сможем получить удовлетворение. И таким образом Равана, он ложную Ситу, ложная Сита была похищена, и эта Сита была похищена Раваной, а подлинная Сита нет. Смотрите, все же, чтобы явить такую лилу, Рамачандра, он подружился с обезьянами, он пересек этот океан, чтобы Вишвасимха Парвата достичь, и там Хануман, он узнал от Ситы, где Сита, и в Рамайне это все можно узнать, но главное то, что Рамачандра, он хотел убить Равану, и Вибишану отдать ответственность за Ланку. И вот большой спор был на эту тему. И последний день Дургапуджи, день Дашами, Рамачандра, он отправился, он пересек этот океан с помощью Ханумана и других обезьян. И вот они писали имя Рамы на камнях,
И вот на каждом камне они писали имя Рамы, и эти камни они плавали. И вот построили они таким образом этот мост от Рамешвара до Ланки, и потом Рамачандра и все эти друзья его, обезьяны, они достигли того места и бороться начали с Раваной, и, в общем, Ханумана поймали. В общем, Ханумана, Рама, этот Равана поймал, и, а тот хотел посмотреть, что за Равана. И вот, в общем, поймали, и посланники Раваны, они поймали Ханумана. Тот был очень могущественный, но тот поддался, и поэтому его поймали. И вот Равана сидел на своем троне в какой-то галерее. И Равана спросил, кто же ты? И Хануман подумал, Раван полон ложного эго, и поэтому я дам ему урок. И Раван, когда Раван не дал никакого места, чтобы сесть этому Ханумане, Хануман сказал, он сам сделал асану себе выше, чем асана Рамы с помощью своего хвоста. И вот этот Хануман, он хвост свой удлинил, в кольца завернул и, в общем, сел выше. И Рамачандра засмеялся. Кто же ты? Кто ты? Отвечай. И Хануман же, он, Гьянинам Бариштам, он подумал, что же сказать этому глупцу, кто же я, он полон ложного эго. И вот Ситадеви пришла в тонкой форме и сказала в ухо ему, почему бы тебе не сказать, что ты слуга Рамы. Хануманджи сказал, хорошо, скажу, что слуга Рамы, но поймет ли он это хорошо. Хорошо. Хануманджи, он сказал, что я слуга Рамы, кто ты? Хануман сказал, я слуга Рамы. И Хануман с великой гордостью сказал, и Ланкапати, Равана, он засмеялся. О, я думал, ты царь какой-то великой страны, а ты слуга какого-то Рамы. О, да к чего ж докатился? Думал, что ты царь великой страны, но ты какой-то слуга какого-то Рамы. И вот, да, я слуга Рамы Парад Пракилешвара, а ты слуга Майи. И не смейся. Ты слуга Майи, а я слуга Парад Пракилешвара, своем Парам Брамы. Ширамы. И что плохого в этом? И тогда Раван дал указание сожгите его. Вибишан сказал, о царе, он этот посланник, нехорошо это, не научно послов сжигать. Заткнитесь, не хочу ваших советов слушать. Давайте, жгите его, зажигайте хвост. И Хануманджи засмеялся, и сейчас я могу начать свою лилу, и они вот они, в общем, хотели сжечь эту хвост. В общем, подожгли ему хвост и выгнали. А Хануманджи, он прыгал с одного места до другого. В общем, прыгал по крышам и поджигал все дома. И вся Ланка была сожжена. Раван не мог надеяться. Подумал, сгорит эта обезьяна и все с ней.
но Хануман не помирал назло всем и в итоге совершил такое служение Раме, как это возможно. О, выгнали эту обезьяну, и эта обезьяна сейчас прыгает везде. И вот золотая ланка, она сожглась, стала пеплом. И после этого однажды кто-то спрашивает, Сугрива или кто-то, я забыл точно, вы убили всю ланку. Кто-то спрашивает Ханумана, как он посмел, вы вайшнав, вы слуга Рамы, как вы могли всю ланку сжечь, этих жителей ланки из-за вас все померли. Как вам не стыдно? Хануман сказал, нет, я никогда не убивал их, как огонь подожгли, нет, я никогда не убивал их. Нет, на кто ж там их все это сжег. Я служил Раме. У меня нет, не сжигал никого, в общем. Это было служение Раме. Я не убивал никого. Может, они померли, но я тут ни при чем. Я совершаю только Рамасеву. И вот эти Рамачандры, когда был в Дандакаране, с Ситой, и эти Дандакаране, Васи, все Риши и Муни, они очень были вдохновлены, были видеть фигуру Рамачандры, они хотели обрести его в качестве своего мужа, все Муни и Риши. Рамачандра смог понять это и понять их сердце, и Риши Муни, они хотели сказать что-то, но неудобно им было, видели прекрасную форму Рамачандры и Ганашьямы, и неудобно им было. И вот они хотели обрести какую-то связь с Рамачандрой, они хотели обрести Рамачандру в качестве своего мужа, но они не думали, как это все выразить, но Рамачандра понял их сердца и сказал, что нет, сейчас у меня принцип, этика, мораль, идеализм и все остальное, но я могу прийти в форме Нанданадана Шри Кришны, я могу прийти в форме сына Нанды Махараджа и исполнить все ваши желания, но не сейчас. Сейчас я принял обет одноженства. Не многоженство, а иметь одну жену. Вот, обет принял, и в этой жизни уже не могу. Но следующее, пожалуйста, когда я явлюсь в форме Враджендра Нандана, я тогда исполню все желания ваших сердец. И Муни и Риши, они ждали долгое время, чтобы обрести возможность стать женами Нандананда Кришны, поскольку в Рама Лили это было невозможно, Рамачандра был слишком морален и идеалистичен, и поэтому они не смогли исполнить желание своего сердца. И даже когда Сита Деви была отправлена в ссылку, то когда эта ссылка кончилась, опять Ситу отправили. И вот в ашраме Вишвамитра Муни, и Рамачандра, он следовал строгим правилам, предписаниям, он пожертвовал все земли браманам и вайшнавам, и таким образом Рамачандра, он показал нам этический характер. Без помощи Рамачандры мы не смогли бы сделать ничто. Не каждый может понять Кришну, это не так просто понять лилу Кришны. И вот Рамалила, мы не можем игнорировать Рамалилу, мы любим Рамалилу, мы можем обрести учение из Рамалилы, поскольку Рамачандра, когда Ситадеви отправилась в ссылку, когда Рамачандра, он совершал ягью, в шастрах описывается в Рамайне, что
Когда какому-то царю нужно совершать ягью, то жена должна быть рядом. Но жена в лес, если ушла, что делать? И поэтому Рамачандра делал эти божества сиситы 60 лет назад, множество яги было сделано Рамачандрой. И вот, в общем, сажались золотой мурти ситы слева, и яги совершали, но эти ситы потом приняли форму Кришна-лилы. В Кришна-лиле как гопи, не одна гопи, а несколько, Дандакараньяваси и все остальные. Пулинги, низкокастовые и прочие приняли форму гопи в Кришна-лиле. И это очень такая чарующая лила. Без Рама-лилы никто не может понять Кришна-лилу. Это очень хорошо, поскольку Рамачандра, он Марьяда Пурушоттама. Рамачандра, он защищает этикет, значимость Рамачандра, он защищает положение гуру и вайшнавов и всех этих праджи, то есть этих подданных и всех остальных. Смирение, терпение мы не можем ожидать от других аватара, ничего похожего. Мы не можем ожидать такого смирения, терпения. И так или иначе, Рамачандра, когда Вишвамитра, достаточно давно я не там прыгаю иногда вверх и вниз, когда Раман Лакшман выросли, то тогда Вишвамитра Муни, он хотел принять помощь Рама Лакшмана, он хотел выпросить их у Дашарадхи, но Дашарадха был, не был готов дать их, поскольку Рама это его сердце, но в итоге отдал их. И вот Вишвамитра Муни, он дал указание Рамачандре убить Таракаракшаса какого-то, и в итоге они достигли Джанакпури, и они скитались по различным местам. Вишвамитра Муни и два ученика, это Рамачандра и Лакшман же, они думали о себе как о учениках своего Гурудева. И вот они отправились, достигли Джанакпури. Джанакпури – это место Джанак Махараджа, кто отец Ситы, и Джанак Махараджа организовал ягью, в которой Сита могла принять какого-то мужа на свой выбор. И вот Рама и Лакшман находились там с Вишвамитрой Муни в лесу, в Митхиле. Однажды Вишвамитра Муни спросил: «О, Рама, я слышал, твой отец Дашарадха уже пришел сюда, в Джанакпури. Хочешь ли ты встретиться со своим отцом?» И он хотел увидеть его предание, и Вишвамитра спросил Рамачандру: «Я слышал, твой отец Дашарадха уже достиг Джанакпури, чтобы встретиться с Джанак Махараджем. Хочешь ли ты встретиться с ним?» И Рамачандра сказал со сложными ладонями: «О, Гурудев, как хотите.
у меня нет каких-то личных желаний, как скажете, так и будет. И вот с огромным смирением, даже не смотря на Гурудева, с великим смирением, он выразил почтение Гурудеву и сказал: «Гурудев, как пожелаете, у меня нет каких-то посторонних желаний». И Вишвамитра Муни, они вот совершили эту ягью, и они знали, что Сита — это вечная жена Рамачандры, его Шакти, Рама Шакти, Сита. И вот он организовал ягью, и там был Вишвамитра Муни, и он там пошел ягью там совершать. В общем, там какие-то лук со стрелами были, никто их не мог сломать, как из... В общем, сломали как-то и начали кричать: «Урам, урам, харибол, харибол». И в итоге Сита, она дала, предложила гирлянду Рамачандре, но Рамачандра был очень высок. Сита Деви не могла дотянуться с гирляндой, как дотянуться. И вот она, Рамачандра, он высок достаточно был, и, в общем, присела она, присел он, чтобы она смогла дотянуться. Лакшман очень хитер, он прикоснулся к лотосным стопам Рамы, а когда тот прикоснулся к лотосным стопам Рамы, то Рамачандра, он тоже кланялся, обнимал его, говорил: «О, мой брат». И Сита Деви смогла предложить гирлянду Рамачандре. Си Рам, джай Рам, джай джай Рам. 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 Си Рам Чандра Кипалу Бхаджумана Харана Баба Бхая Даруна. Си Рам Чандра Кипалу Бхаджумана Харана Баба Бхая Даруна. Нава Канджа Лочана Канджа Мукакара Канджа Пада Канджа Аруна. Кандар паяганита ямита чавинава нила нирада сундарам патапито ману тарита ручи сучи науми жанак сутаварам баджудина банду динешо данава дайта банса никанданам. Рагунанда Ананда Канда Каушала Чандра Дасаратха Нанданам Сира Мукута Кундала Тилака Чару Удару Анга Бибушанам Аджану Бхуджасара Чападхара Сам Грама Джитакара Душанам Ити Бадати Туласи Даса Санкара Сесо Мунимана Ранджанам Мама Хидая Канджани Васу Куру Камади Халадала Ванджанам Мама Хидая Канджани Васу Куру Камади Халадала Ванджанам Си Рам Чандра Кипалу Бхаджумана Харана Бхава Бхая Дарунам. Джай Рам, Си Рам, Джай Джай Рам. Банча Калпатарвасе Кипасинду Бхавача Патитананг Павана Бхавишна Бхю Наму.